Приветствую всех, дорогие друзья. Мы находимся в Санкт-Петербурге, где проводятся демонстрационные испытания нашей катерной станции «Невка-К-01». Станция малогабаритная, но достаточной мощности, дальность действия до километра. Параллельно ведутся испытания другой аппаратуры, о которой мы потом поговорим. А сейчас особенности «Невки». Но станция позиционируется как особенно надежная, в том плане, что у нее нет механических переключателей и каких-то других движущих частей. Если вы посмотрите на станцию, в ней используются исключительно пьезокнопки, которые выдерживают миллионы срабатываний. Водонепроницаемый кейс, герметичные разъемы и водонепроницаемая передняя панель позволяют работать с этой станцией даже под дождем. Станция целеуправляемая, но обо всем по порядку. Сейчас мы вам продемонстрируем работу нашей станции поверхностной. Невка-К-01. Вин, как меня слышно? Прием. Говорит Пирс со станции Невка-К-01. Как меня слышно? Прием. Общаемся мы с другой станцией, оператор которой будет постепенно отходить от нашей станции. Одна из особенностей станции – у нее есть телеграф. Телеграф позволяет увеличить дальность связи при сложной помеховой обстановке. Телеграф выключен. Вас понял. Громкость побольше. Максимальная громкость. Слышны шумы, присутствующие в окружающей воде. Включаем шумоочистку. Слышно, что шумы заметно снизились. Скажите что-нибудь. Сергей, передай сообщение. Прием. Как меня слышно? Прием. Это Пирс. Слышим тебя на 5 баллов. Прием. Давайте. Значит, проверяем режим шумозаграждения. Шумодав. Режим шумозаграждения. При отсутствии передачи голосом сигнал полностью выключен. Сейчас проверим, как он включится при передаче сообщения. Сергей, передай тестовое сообщение. Прием. Как меня слышно? Даю счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как меня принял? Прием. После окончания голосового сообщения звук снова выключен. Так, проверка управления по Wi-Fi. Значит, включаем Wi-Fi модуль. Wi-Fi включен. Всем подключаемся к точке доступа Невка-К-01 с телефона. Значит, открываем в браузере веб-страницу Невка-К-01. Yes. Так. Значит, вышли в меню настроек. Изменяем текущий канал. Сейчас стоит канал 1, как видно. Канал 2. Канал 2. Канал 3. Канал 4. Вот. Канал 5. Изменение канала синхронно сопровождается звуковым сообщением. Канал 6. Канал 7. Канал 8. Канал 9. Канал 1. Надо заметить, что для управления интернет не нужен. Ну, как вы видели, громкоговорящий прием осуществляет сам чемоданчик. Кроме того, динамик есть в выносном пульте с тангентой, который управляет передачей. Кроме того, при желании вы можете одеть наушники.
Да, я еще не сказал, что все режимы отражаются на LCD-индикаторе, который в ночное время имеет подсветку. В течение всего времени тестирования оператор второй станции передвигался, выбирал различные точки, доступные на акватории. И в этих точках проводились сеансы связи. У тебя на 5 баллов. На 5 баллов слышу. Отлично. Принял вас, прием. Ждите, сейчас сообщим. Повторите, прием. Ждите, сообщим по этой станции о начале работы с Невкой 01. Как поняли, прием. Здесь связь осуществлялась на дистанции порядка 150 метров. Я второй. Говорю через катерную станцию связи. Невка К01. Даю счет. 1, 2, 3, 4, 5. Счет окончен. Как меня слышно? Здесь дистанция порядка 250 метров. А вот здесь таким хитрым способом будем слушать станцию Невку. Огромные шумы. Это проносится скутера, аквабайки. Да, надо пояснить, что Невка – это водолазная станция. Она применяется для связи дайверов в полумасках с мундштуком. Мои – это совершенно уникальная система, состоящая из Невки и воздуховода. Вот Невка, вот кусок Уорса, на нем кнопочки управления. И чтобы слышать от Невки телефонный сигнал, вот этот воздуховод, которым мы попробуем услышать то, что принимает Невка. Опускаем ее в воду. Ждем, шумы идут пока. 1, 2, пусть он попишет. О, все слышно, отлично. Тебя понял. Передаю счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как меня понял, прием. Тебя понял, слышно хорошо, но присутствует посторонний шум. Прием. Так, другую станцию давайте попробуем. На том же канале. Повтори, не расслышал. Нет, оставайся на той же позиции, мы проверим вторую станцию. Прием. Вот это вторая Невка, оборудована другой арматурой, более современной. Бетон, стекло, металл. Сергей, говорю... со второй станции Невка 01, водолазный. Как меня слышно? Прием. Тебя понял. Слышно хорошо, но присутствует шум от мотора. Прием. Ну, что можно сказать в заключении? Приборы работали отлично. Вы сами все слышали. К сожалению, мы не смогли проверить
все на максимальной дальности. Но это от нас не зависит. Еще мы вам не успели показать, как станция записывает переговоры и передает по Wi-Fi. Но поверьте нам на слово, это все есть. Спасибо за внимание. Надеемся на ваши отклики. Пишите, звоните. Всего доброго. Ставьте лайки, да и подписывайтесь.